Привет, братки! Я один как поживаете? Как там у вас? Я один не пойду туда. Там много людей. Там, представляешь, какой у них кавардак, наверное, идет, да? Какой там эхо стоит, а у этого придуха за колонки. Андрюха, Андрюха. Чё? Чё? Извинись, да? Это Евгения. Они у меня пингу забрали. Пиши со мной. В центре. То ли они меня кикнули, то ли что, не знаю, лагает. Кикнули. Ух ты, парочка. Двое. Один. Там минус. Альтаир спала минус. Реально, такой щенок, вот они пытаются меня кикнуть, у них не получается, меня кидают просто по сигнаку. Следующему раунду. Сейчас не ругайся, а то вдруг еще кикнут в натуре. А то мы в шестером играем, состав такой. Защищайте объект. Что, да? Что мы делаем? Прошел, в центр. Минус. Там на Б пулечек тебе пробирается, я смотрю, да? Нормально все? Все, да. Угу. Они 6 на 6 хотят, геймер пишет. 6 на 6? Ну слушайте, на... Зак. Альтаир. С нами, конечно. Я уйду. А, у нас пули уходят. Да какого... Со всех сторон меня херачат. Да. Мы тебя не прикрыли. Там еще с калашом говнюк какой-то. Он где-то у них там на заправке, да? Где он там? Установки, наверное. Господи. Какая-то война шла вокруг все время. Бомба. А как мы 6 на 6? Ну если только с нами Мишаня пойдет. Кейсин хочет поиграть. А, Кейсина можем взять. Слушай, ну если еще и Кейсин с нами будет, мы же их вообще будем выносить. В принципе, можно собраться, почему нет? Бля, да чё за хиль? Ну или 5 на 5. Да можно, чтобы их и 6 было. Пуля, у тебя там за решеткой. Убрали. Да, я их обманул. Мишаня. Потом посмотришь. Да. Ну я-то не увижу у тебя. Согласны, да. Не, ну согласны, нам надо Кейсину написать. Чё у тебя торчат? Пись какая-то, дрочи. Просто нам нужно будет пару минут собраться. Что у нас пуля уйдет. Ты чё на меня гонишь? Слушай. Да? О, а ты чё, не русский? Ты чё не русский? Он тебе говорит, ты чё не русский, блядь. А чё я на тебя гоню? Чё я на тебя сказал? Я не знаю, чё ты меня гонишь, да? Слушай. Куда я тебя гоню? Куда я тебя гоню? Знаю, куда ты меня гонишь. Ну куда я тебя гоню? Я знаю. Меня, блядь, заебал уже, реально. Не надо здесь кавказскую хуйню включать, понятно? Я тебя не ебать, да, слушай? Пуля шумовую. Блядь, давай тупого, блядь, не включай туда. Да, отлично. Слушай, у них такой разговор идет, а? Пуля молодец вообще. Ты все обойму в него, да? Потратил. Нет. Ну что, проверим АЦР в действии. С ЦМ патронами взял. А то вы с ним все бегаете. Ух ты, у нас еще и фейфлоу.
нас на респе. На втором этаже. Соседняя здание с респе. Ах ты, блин, докинул он до меня. Тоже с АЦР. Мне нравится, мне АЦР, короче. Смотри-ка, взяли раунд. У нас и пейфлоу улетает. Может, конечно, Андрюха затащит. Короче, так дергает он, блин. Ну, перезарядку делает быструю такую. Бежал. Не перезарядку, а смену оружия. Да ладно. Это потому, что у тебя хладнокровие. Чё я на тебя гнал? Короче, объясни по факту. По факту, чё я на тебя гнал? Что я на тебя обидного сказал? Блядь, пиздец, парень, конечно. Как же они любят, а, вот это повыяснять что-то там. Парни из 90-х, видимо. Угу. Или все еще живут теми временами. Романтика, да. Блин, здесь УБ двое, я прям боюсь туда идти. Ой, как знал, да? Все, остался один Мишаня. Самый опасный. Ай, зарезал сзади, сзади, корчик. Хорошо, выиграли. Они ты че? Давай, вон тоже, смотри. Ты на них произвел впечатление. Хе-хе-хе.